Здравствуйте. Новости из Украины. В студии работает Сергей Петренко. И далее поговорим о самом главном. 5 украинских военных погибли, еще 14 получили травмы и ранения за минувшие сутки в зоне АТО. Почти все потери войска понесли во время тяжелых боев в Авдеевке. На Мариупольском направлении оккупанты из минометов обстреляли Красногоровку, выпустили более 120 мин. Эпицентр противостояния сместился на юг, на участок фронта Павлополь-Широкино. Также боевики атаковали водяное артснарядами калибра 122 миллиметра. По Толоковке выпустили 20 ракет из града. В Попаснянском районе оккупанты применили минометы, выпустили около 30 мин. Несколько раз украинские войска открывали ответный огонь. На Донецком направлении основные боевые действия вторые сутки сосредоточены в Авдеевской промзоне. Там боевики безуспешно пытаются прорвать оборону сил АТО. В воскресенье украинские защитники не только отбили несколько атак боевиков, но и заняли новые стратегически важные позиции. В боях были убиты 15 боевиков, 24 были ранены. Донецкий напрямок. На Донецком направлении боевики обстреляли украинские позиции из минометов и пушек в Авдеевской промзоне. Дальше перешли в наступление. Силы АТО были атакованы двумя штурмовыми группами. Вскоре противник отступил. Силы АТО овладели одной из передовых позиций оккупантов. После этого враг не пытался атаковать, сосредоточившись на стрельбе из тяжелого вооружения. Во время боя украинские военные взяли в плен боевика. Почти 2300 нарушений режима прекращения огня зафиксировали наблюдатели ОБСЕ за минувшие сутки, сообщил заместитель главы мониторинговой миссии Александр Хук. От обстрелов страдают и мирные жители. В результате боев под Авдеевкой ранения получили трое мирных жителей. Артобстрел населенного пункта квалифицировали как террористический акт, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области. И подчеркнули, боевики обстреляли жилые кварталы, зная, что там находятся гражданские. Ползучее наступление. Такую стратегию с февраля прошлого года отрабатывают вооруженные силы Украины на Донбассе. Цель – вернуть территории так называемой серой зоны, контролируемой боевиками. По Минским соглашениям они должны быть под контролем Украины, объясняет военный эксперт Михаил Жирохов. Начиная с февраля 2016 года, наша армия начала применять тактику ползучего наступления, так называемого отжатия серой зоны, которая находится под контролем боевиков, однако по договоренностям сентябрьских 2014 года Минска она должна находиться под украинской властью. Наши позиции переносятся на 50-100 метров, солдаты окапываются, все это, естественно, под огнем противника, под силу. Потом через какое-то время, там через неделю, через две, они продвигаются так дальше. Таким образом происходит такое медленное ползучее продвижение. Это впервые продвижение появилось под Докучаевском в феврале 2014 и с тех пор стало применяться на Донецком, Приморском направлении, а также на Луганском и Горловском направлениях. И поэтому командование боевиков по совету российских кураторов, оно вынуждено сейчас отвечать на эту тактику. Прежде всего, это происходит в направлении, это приморское направление, и буквально вчера взорвалось Авдеевское направление. Сложную ситуацию на Донбассе сегодня обсудят Петр Порошенко и Ангела Меркель. Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Германию. В Берлине запланированы переговоры с федеральным канцлером, сообщает пресс-служба президента Украины. Лидеры государств будут говорить о реализации минских договоренностей. Напомню, на прошлой неделе Меркель провела телефонный разговор с главами России и Франции. Договорились продолжить встречи нормандской четверки.
Слушание по обвинению России в терроризме Международный суд ООН в Гааге начнет в марте. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире украинского телеканала. Напомню, Украина обвиняет Российскую Федерацию в совершении акта терроризма и дискриминации за время агрессии против Украины. Иск подан в рамках международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Укроборонпром в 2016 году по сравнению с 2015 увеличил экспорт вооружений на 25%. Чистая прибыль составила почти 700 миллионов долларов. Об этом сообщил замдиректора госконцерна Денис Гурак. Объем оружейных экспортных контрактов, заключенных предприятиями Укроборонпрома в прошлом году, составил почти 1,5 миллиарда долларов. В прошлом году в госконцерне разработали около 8 единиц нового вооружения. Среди них беспилотный БТР «Фантом», боевой модуль «Дуплет», а также боевой беспилотник «Горлица». В этом году Укроборонпром продолжил разработки новейших вооружений. Работа ведется также над самоходным минометом. Работа ведется над самоходными минометами. Ряд модернизаций существующей техники мы уже сделали. Также работаем над пассивными радиолокационными станциями. Новые разработки Укроборонпрома в 2016 году – наш ответ гибридной войне, поскольку большинство их были разработаны именно для противодействия ей. Сразу два товарищеских матча сыграли в Киеве 28 и 29 января сборные Украины и Испании по футзалу. Испанцы – двукратные чемпионы мира и семикратные Европы. Сборная Украины тоже среди лидеров мирового футзала. В текущем рейтинге УЕФА занимает 5-е место. Матч вызвал небывалый ажиотаж у зрителей, которые в межсезонье успели соскучиться по футболу. Испанцы в Украину приехали впервые и встречали их со всем размахом. Новое покрытие для площадки, военный оркестр, эффектный выход команд и около 5000 зрителей со всей Украины. Матчи посетили много юных футбольных фанатов-патриотов. Я болеваю за Украину. Я болею за Украину. Украина сегодня победит. До этого, начиная с 1996 года, сборная Украины и Испании по футзалу встречались 13 раз. На чемпионатах мира, Европы и в спаррингах. Всегда побеждали испанцы. Самое обидное поражение было 2 года назад в товарищеской встрече. За минуту до конца игры украинцы вели 3-2. Но за эти самые 60 секунд «Красная фурия» успела дважды расписаться в наших воротах. Но в первом домашнем поединке впервые за 21 год украино-испанских противостояний подопечные Александра Косенко сыграли в ничью 1-1. Автором исторического гола украинцев стал Николай Белоцерковец. Во втором матче у нашей сборной были все шансы отпраздновать победу над действующими чемпионами Европы. За 5 минут до конца игры украинцы вели 2-0. Сначала на 9-й минуте счет открыл Сергей Журба, а на 34-й его удвоил Игорь Корсун. Но испанцы не собирались сдаваться. Выпустили 5-го полевого. Рафа Усин уже через 3 минуты распечатал ворота украинцев, а через 2 сравнял счет. Мощный удар Айкарда практически с центра поля вывел испанцев вперед. А попытка украинцев пятером сравнять счет закончилась голом того же Айкарда на последних секундах в пустые ворота. 2-4 в пользу испанцев. Забил. Гол забил, разыграли угловой, но такое окончание. Где-то чуть-чуть потеряли концентрацию, где-то чуть не хватило. Пропустили, не дотерпели, можно сказать, немножко. Я оцениваю только в плане положительного опыта для себя и для всех ребят сыграть две игры с Испанией. Я думаю, это поможет очень хорошо в дальнейшей карьере. Главный тренер сборной Испании считает украинцев достойными соперниками. Говорит, в первой половине матча им вообще было сложно противостоять. Что касается секрета успеха его подопечных, ответ довольно прост. The only secret. Единственный секрет – постоянные тренировки. Больше ничего. Наставник сине-желтых Александр Косенко больше всего расстроился, что его команда не смогла подарить зрителям долгожданную победу. Однако в целом игрой остался доволен. Мы расстроены результатом, не так содержанием, как результатом. Но, скажем так, все для нас самое главное будет происходить в апреле месяце. Это лишь этапы подготовки к отборочным играм. Поэтому будем готовиться. Ну а зрителям хочу от себя лично, от команды поблагодарить за то, что они пришли,
потратили свое время. Я думаю, мы не обманули их ожидания, и игры получились интересные. Следующую встречу украинских болельщиков с мировым футзалом осталось ждать недолго. 3 из 6 отборочных матчей к чемпионату Европы 2018 с участием сборной Украины пройдут в Киеве 8, 9 и 11 апреля. Два наших соперника уже определились – это Хорватия и Бельгия. Третьим будет сборная Черногории, Швеции или Гибралтара. Елена Дидух, Петр Галка, UATV. А вот в казахстанском Алматы стартовала 28-я всемирная зимняя универсиада. За 85 комплектов наград будут сражаться около 3000 атлетов из почти 60 стран мира. Хозяева студенческих игр стараются сделать соревнования рекордными во всех отношениях. Именно в Алматы впервые в истории зимних универсиад построена атлетическая деревня для спортсменов. После универсиады она превратится в уютный жилой массив на окраине города. Казахи на нынешних студенческих играх бьют рекорды и в плане участников. У них самая многочисленная делегация, свыше 250 человек. Соревнования для хозяев сродни Белой Олимпиады. Здесь рассчитывают, что на игры приедут около 30 тысяч гостей со всего мира. Украинская делегация не самая многочисленная, 61 спортсмен, но, наверное, самая яркая. Наши спортсмены победили в неофициальном зачете по красоте экипировки. Теперь постараются завоевать и награды Универсиады 2017. И на этом мы заканчиваем выпуск. Более детальную информацию смотрите на YouTube и Facebook. Я же с вами прощаюсь ненадолго. Хорошего всем настроения и только позитивных новостей.